Всем привет, меня зовут Нила Мания, и сегодня я спою песню «Монеточки» каждый раз. И прежде чем начать просмотр, обязательно заранее поставь лайк и подпишись на мой канал. Ха, я хитрая, да? Погнали! Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Ссылки перейти, чтоб просто оказаться там. О чем ты думаешь сейчас? Давай среди берез густых читать любимый твой рассказ. Страничку я, страничку ты, или в гости просто чаю. И сердцами WhatsApp закидан, но я снова не отвечаю. Я инкогнито, инкогнито. Если б мне платили, милый, каждый раз, когда взгляд твой дымный мне мерещится где-то мимо, каждый раз, когда снишься ты мне. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Старая конфорка плещет, но на твоих одна заварка. За окном темно, в окне трещина, лампочка луна над парком. Я опять кручу на пальце прядь, пахну как мамины духи. Хочешь меня снять, снять, а я хочу писать стихи, стихи. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Я надеюсь, что тебе очень понравилось, потому что я очень старалась. Мы бегали с места на место, чтобы все это заснять. Обязательно жду твоих лайков, жду комментариев. Кстати, по поводу конкурса из прошлого видео. Победитель и счастливчик выбран. Вот он. Саша Мэй. Скоро ты получишь свой подарочек и надеюсь, что он тебе очень понравится. Всех обнимаю и пока.